Что может быть лучше семейного похода в кино? А когда билеты на предпремьерный показ второй части семейного мультфильма «Семейка Бигфут» можно получить совершенно бесплатно, то это вдвойне хорошо. Сергей с семьей впервые отправился на сеанс после долгого перерыва в работе кинотеатра. Здорово. Наконец-то можно попасть, посмотреть полноценно, почувствовать себя человеком. Сегодня мы ждем на этом предпоказе гостей, родителей с детьми, потому что это детский мультик, хороший, добрый. Мультфильм рассказывает продолжение истории про семью Бигфут, глава которой отправляется на Аляску, чтобы спасти планету от экологической катастрофы. За ним вслед на помощь отправляется вся семья в компании «Гризли» и «Барсука». Слушатели DFM смогли оценить новинку раньше всех. Как выиграли билет? Откуда вообще получили его? Выиграла его на DFM. Первый раз дозвонились в эфир? Нет, с третьего. Ага. Может, со второго, точно не помню. Сложное было задание? Нет, задания простые, на самом деле, вообще. Когда ты очень часто смотришь фильмы, любишь премьеры и ходишь на все, то это было очень легко. Наталья с сыном тоже активные слушатели DFM и ярые фанаты первой части. Позвонила на радио DFM, сыграла в игру, угадала фильм и получила билетик. Я ожидаю классных впечатлений. А предыдущую часть уже видел, да? Да. Коронавирусные ограничения в некотором роде даже идут на пользу. Соседи не толкаются локтями, а на свободное кресло рядом можно поставить ведро попкорна, чтобы не держать его в руках. Рассадка в зале производится с соблюдением социальной дистанции. Купить места рядом не получится. Между зрителями должно быть минимум одно кресло. Посетителей, которые пришли не одни, посадят вместе, но рядом с ними сесть не получится. Социальная дистанция 1,5 метра. В нашем регионе с 21 сентября действуют, да, более жесткие меры по соблюдению масочного режима, поэтому посещение кинотеатра возможно только в маске. Для широкой аудитории мультфильм выходит в прокат сегодня, 1 октября 2020 года.